Такси! Такси! В чем дело, начальник? Это ваша машина? Бармена, пусть нальет и принесет мои любимые напитки. Все. Эзельбей, сегодня у нас много клиентов. Да, да, но я так хочу. Прошу. Газету. Десерт. Если позволите, это я возьму с собой. До свидания, господин. Я запишу на ваше имя. Не записывай, мой друг, не записывай. Вы знаете, господин, счет надо... Я не буду платить, я никогда больше не буду платить. Вы возражаете? Вы против? Эзельби, это невозможно, господин. Почему? Разве я не бывал здесь раньше? Конечно, бывали, господин, но вам надо оплатить счет. Почему? Вы и так указываете цену в 10 раз больше. Не надо. Вы улыбаетесь неискренне. Вы ненавидите таких, как я. А, кстати, вы не добавили соль, в следующий раз обязательно добавьте. Эзельбей, прошу вас. Отпусти. И сигары у вас хуже некуда. Господин, тогда зачем вы приходите сюда столько лет? Вот так-то лучше. Наконец-то ты задал хороший вопрос. Я прихожу сюда не ради того, чтобы отведать ваши безвкусные блюда. Я прихожу сюда как на рынок. Гуляю. Что ты делаешь? Потому что здесь не ресторан. Я вхожу в список тех, кто регулярно посещает это заведение. Я подписываю чек. Посмотрите на меня. У меня есть деньги, сила. Я продаю воздух на рынке. Я прихожу сюда не для того, чтобы есть. А тот буфет на входе и ваши тосты... Кто вообще ест ваши тосты? Я прихожу сюда поучаствовать в соревновании. После того, как я выхожу отсюда, я буду брать то, что пожелает моя душа. Эзельбей, не подходи. Эзельбей, не подходи ко мне. Отойдите. О, проходите, проходите. Пойдем, пойдем, пойдем. Джингис, идем. Видите этот стол? Раньше он стоял в казино напротив сцены, а теперь этот стол, тот стол. Эйшан нет. Эйшан нет. А видите этот стол? Он усыпил нашу бдительность. Вы видите этот стол? Он украл все, что было хорошего в нашей душе, разве не так? Разве не так? Хватит. Хватит. Все. Я больше сидеть за этим столом не буду. Потому что я вовлек в это соревнование всех, кто дорог мне. Друзей. Любимую. Учителя. Всех.
Я заставил всех сесть за этот чертов стол и вовлек их в соревнования. Хотите, чтобы я оплатил счет? Хотите, чтобы я оплатил счет? Я уже рассчитался. Несите виски. Эзель, сейчас приедет полиция. Надо уходить. А пока принесите нам чай. И пошевеливайтесь. Давайте, черт вас возьми. И виски тоже. Куда? Куда, господа? К тебе поедем, Джинго. У меня все забрали. А ко мне это куда, брат? А, ну да. Тогда... Тогда поедем к Эзелю. Брат Али, его дома печатали. Так к кому поедете, господа? Давай к тебе в таком случае. Кому поедете, господа? Здесь, брат Али, здесь. Смотри, сколько мы наездили. Вот черт! И что теперь будем делать? Как будем расплачиваться? У тебя есть? Есть деньги? А у тебя? Кто останется? Орел или решка? Думаешь, я доверюсь тебе? Орел. Я оставляю друга, но скоро вернусь. Хорошо, идите, брат, я подожду вас здесь. Пойдем, пойдем. Осторожно, осторожно, сюда, сюда. И откуда ты родом? Самсун. Самсун. У нас в Самсуне живут родственники. Бафра. А ты? Нет, брат, я из Хавза. Слышал Хавза? А? Не зря так называли, и вправду красивое место. Там не то, что здесь. Чистейший воздух. Такой чистый, что словами не передать. А здесь что? Выхлопные газы, да и только. Запах гари повсюду. Но что поделать? Знаешь, там никакого будильника не надо. Просыпаешься с пением петухов. А что здесь? Только и слышны сигналы автомобилей. Но что поделать? Брат, знаешь, там вообще тишина, а тут... Здесь вообще... Сигнал автомобилей, я понял. Тогда собирай свои манатки и проваливай, никто тебя не держит. Открой дверь, зачем ты ее запер, придурок? Открывай дверь. Открой дверь, я тебе сказал, петушиная голова. Открывай дверь. Договорился? И ты, и твои планы мне осточертели. Что это за место? Наш дом. Сдается в аренду. Молодец. Поздравляю, Джунгис. Если бы ты был агентом по недвижимости, давно бы оказался на улице. Я и так на улице, брат Али. Если будет возможность, давай покрасим один этаж, Джинго. Это пойдет на пользу помещению. Тогда разрабатывать тактику надо было тебе.
таксиста ударил, это место превратишь в развалины и найдешь неприятности на наши головы. Не нервничай, Джангиз. Вот посмотри на своего друга. Он просыпается. И что он будет делать, по-твоему? Думаешь, скажет: «Мои дорогие братья»? Он снова разозлится на нас, встанет и уйдет. Джингис, я голоден. Брат Али. Чего тебе? Что, что, хочешь икры? Ужасная ситуация, да? Когда я увидел Омера там, денег нет, идти некуда. Дядя, конечно, много крови нам выпил, но он был как неприступная крепость. И что ты хочешь сказать? Как будем спасаться? И что, что ты хочешь этим сказать? Ты что, не понимаешь? Мы с тобой вдвоем. Как спасем Омера? Я говорю об этом. Джингис, ты впервые заговорил по-человечески. Я вижу в тебе потенциал. Молодец. Держи. Что там внутри, кроме кетчупа? Не спрашивай. Я знаю, где мы будем спать. Только в этой комнате есть мебель. Я лягу здесь. Что это за звуки? Опять Али играет со своими щипцами. Какие щипцы? Это подо мной. Подо мной. Тогда не шевелись. Это ты не шевелись, еще упадешь на меня. Как скажете. Это единственное, что я пока не сделал. Спи. На самом деле ты все спланировал. Чтобы я был подальше от Омера. Это не смешно. Тогда почему у тебя улыбка до ушей? Ничего подобного. Темно, ты видишь в темноте. И этому тебя дядя научил. Нет. Когда находишься во мраке 8 лет, привыкаешь видеть в темноте. Пока я жив, ты не останешься в темноте. Это не совсем то, что я подразумевал, но... Джангиз, а? Помнишь, ты спрашивал, как? Я тебе отвечаю: хороший, плохой и некрасивый. Брат Али, не шевелись.
Спасибо, дочка. Надо было взять что-нибудь поесть. Ты весь день не ела. Мама, сделай 5-минутный перерыв. 5 минут, побудь слабой. Даю слово, я никому не скажу. Но ты не сдержала слова. 5 минут. Я пойду к папе. Извините. Принесите воды. Тефик, позвони Эзелю. Вы должны уйти. Мы находимся около больного. Позвольте посмотреть разрешение. Что здесь происходит? Во-первых, здесь есть близкие родственники пациента, имеющие официальное разрешение. Нам сказали, что у него нет семьи. Так у него есть семья или нет? Послушайте, мы боимся, что тот, кто ранил Рамиза, придет в больницу. Мы здесь именно поэтому. Не волнуйтесь, мы будем около его двери. К нему никто не войдет. Обещаю. Пойдем, дочка. Когда ты проснулся? Объясни по порядку, Тефик. Брат, здесь какая-то суета. Они вывозят пациентов. Около палаты будут дежурить 2 полицейских. Остальных попросили уйти. Всех на этаже. Господин, прошу вас на выход. Началось? Началось. Тефик, мне стоит беспокоиться? Стоит. Что мы ищем? Ты самый лучший, да? Не похоже.
Лежи там. Ты умрешь ради этого подонка? Хорошо. Не делай этого! Азат, отойди! Брат! Мы остановили его? Мы остановили его, Эзель! Это не мы остановили. Она остановила.